Здравствуйте! Сегодня хочу сделать краткий обзор теплицы. Как она себя ведет в зимний период времени. Глянем на температуру, какая температура сейчас на улице. Солнышко так-то светит, но на улице где-то около 8 градусов мороза. Давайте посмотрим по окружности, как она у меня выглядит. Как снег там наверху. Вот с этой стороны, это у меня северная сторона, мы видим вот снежный покров. Как снег этот отваливается сам кусками, я его не скидываю. Он сам спокойно по овальной окружности этой теплицы свободно так скатывается. Теплица сделана прочно, она его выдержит. Я думаю, и сантиметр даже и 40 полметра толщиной слоя. Вот так она выглядит. Давайте заглянем вовнутрь. Итак, заходим вовнутрь. Здесь я уже раскопал. Открываем ручку, вот ручка поворотная. И заходим вовнутрь. Вот видим, тепличка как себя ведет здесь. Здесь тепло сразу же. Если на улице минус 8, тут, я думаю, где-то нулевая, потому что солнышко светит, а то может даже и плюс. Вот здесь у меня зелененькая еще петрушечка. Но она в таком состоянии здесь и сохраняется. Не знаю, весной отойдет или нет. Снега здесь нету. Давайте посмотрим, как земля себя здесь чувствует. Промерзла она или нет. Копнем вот в этом месте. Вот видим, земля не промерзла. Комками так идет. Нормально себя земля. Вот какая рыхлая. Вот давайте здесь посмотрим, копнем. Вот. Вот как видим, земля не промерзла. Нормально себя чувствует. Копать можно хоть и в этот период времени. Хорошее место для хранения и инвентаря огороднего здесь можно хранить. И все, что осенью мы хранили раньше в теплом помещении, теперь можно здесь хранить. Вот так она выглядит, у меня тепличка. Аккуратненько все. Устойчивая. Мне лично нравится. Ну вот и все. Такой краткий обзор по теплице мы сделали. Закрываем ее. Вот еще раз глянем наглядно, как она выглядит. Вот так она смотрится в зимний период времени. Устойчивая теплица. Так что из поликарбоната намного лучше теплица, чем из пленочного покрытия. Ну вот и все. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.